всем привет! С вами... Нет, всем привет! С вами я, Денис. И сегодня со мной уже второй ролик подряд. Как тебя зовут? Рита. Маргарита. Маргарита. Вот. Кстати, сегодня всем мы... привет. Да, сегодня мы будем играть в игру пластилинов. Ну, мы тут будем драться. Я объясню правила, или ты, мы это с тобой играем? Да. Играю. Ну, ты играешь, ну, вот ты, знаешь... Ну, если что, ее сильно не судите. Я, короче, поменяю свой цвет. Ой, какая некрасивая. Вот, ребят, смотрите. Короче, смотрите, я сейчас буду, наверное... Смотрите, вот серая кнопка подписаться. И вот она встает красной. Ой, вот встает красная кнопка подписаться. И вот этого делать нельзя. Надо делать так, чтобы красная становилась серой. Всем понятно, всем понятно. Я буду пингвинчиком красным. Ну, я просто меняю свой цвет на красный. Что же пингвинчиком будешь, пингвинчиком? Я первое его выбрала. Ладно, я буду не на... Как-то как можно? Единорог. Ладно, будет единорог. Кто знает, кто это, пишите в комментариях. Я вообще забыл, кто это. А я пингвинчик. Я этот... Монстр какой-то. О, это дирижабль. Я карту ненавижу вообще. Ты помнишь, да, Пихат? Смотри, А и Л это А, это брать левое, Л это брать. РЛ это брать, ну вот так вот задержать. Смотри, это брать сами двумя. Стой, Рита, Х это поднять, понял? В это наоборот подняться. А это стукать, чтобы оглушить. Ай. Все, я тебя поймал, все. О, ты не задержалась. Все, я выиграл. Все, я буду тоже падать, как сила нужна, Катя. Ребят, вы обязательно должны подписаться на канал. На мой хвост. Да, чуть-чуть звук добавим. А то сам, ну, саму игру не слышим. Так. Мне вот это... Два. Я один. Ненавижу. Это метро, это московское. Как вот как выглядит пьяные люди в Казани в метро? Нафиг иди. Нет, давайте московский. Вот, вот пьяные мужики в Казани в метро. Смотри, Z, L и F. Задержи и V. Еще так, хоп-хоп-хоп, быстро. Я тебя пытаюсь научить, а ты играть не умеешь. А потом мы сегодня еще сыграем в уточек. В очень классную игру. Нет, и в Майнкрафт. Да, Майнкрафт 19 версия на Nintendo Switch. Да, ты все, мы будем сейчас орать, ты извиняюсь за наш... Блин, ты все. Куда лезешь? Я ее засунула туда, все, она... Сейчас, поезд. Кто помнит этого? Что это за пижама? Иди нафиг, иди отсюда. Это моя чистая пижама, все. Прикинь, пижама. О, я чувствую. Все, сбивай его поезд. Все, я буду смотреть на тебя. Ну, ты знаешь, заходи. Как тебе везет туда? Я помогу, давай. Да, я тебя почти скинул. Иди нафиг. Да блин, ребята, видите, какая она сложная, хотя говорит, не умеет играть нафиг. А, она меня оглушила первый раз вообще, обалдеть. Я, у меня есть какой-то нос. Иди нафиг. Ножик. А, я... это носорог, оказывается, а не единорог. А, я носорог, что ли? Ну нафиг. Нет, ну али. Ай! Все, мы тебя выбрасываем. Уже подсказка. Хотели открывать, кто это, я не знаю. Ты, иди ты уже, ты колебала. Глушить уже нормально. Все, иди. О, что с тобой? Носорог. А, это реально ведь... Вон хвост, это реально ведь носорог. Иди от меня, иди. Иди, говорю. А, я чуть не упал. Иди от меня. Что ты мне сделаешь? Наконец-то я могу тоже с тобой поехать на поезде смерти. Видите? О, я тоже сбить, видишь, говорю, с тобой поехал. Так, ринг. Все. Наше видео будет длиться... Динафиг. Неприлично. Микрофон, Денис, не надо. Почему не надо? Нет. Ой, я... Ребята, это вообще угар. Я даже ролик задумал. Придется смотреть? Да, это ролик будет, ребят. Это самый лучший.
я самых. И она такая и улетела. Поставь за это лайкос. Да. На оригинальный канал, который. Это большие соси. На меня обязательно надо. Микрофоном, все нормально. Здрасте. Нет, все нормально, все. Не надо орать. Не надо орать. Да не надо орать. Не надо орать. Блин, я пошла. Скорее. Давай. Игаго, игаго. Берись. Вот это вот. Вен, нажми. А, ты. А, блин. Я сейчас упаду. Нет, спаси. А. Я тоже упал. Вот такие дела. Я еще сыграл в уточки. Ну, это не 100%, конечно. Но мы точно сыграем в Майнкрафт. Ты что говоришь-то такое? Вы понимаете, ну, вы уточек никогда вы не видели такую игру. Мы называем эту игру уточки. Ну, или, как она называется? Знаешь, пингвинчик. Кстати, это как раз твой дом. Море. Я здоров, я должен быть жив. О, блин, я тону, помогите, люди. Я вымирающий вид носорогов, мне даже не спасти. Люди, я с тобой потону, мой друг пингвинчик. Нет, пингвинчик, помог. Боже, пингвинчик. Вот так вот, ребята. Что у тебя Серёжка это такое? Что? О, тут сейчас будет автомобиль. Я тут сейчас выиграл. Смотри, А нажми. Ну? Сейчас, наверное, кончится время. Один. Смотри, А нажми, ты лежишь вперед. Игрок нажми, лежишь назад. Все. Смотри, хочешь прикол? Игрок нажми. Смотри. Я, видишь, на машине еду. Нет, не там! ВВВ. Ну, Б. Нет. Нет, я хочу, чтобы я погибнусь. Нет, я не хочу этот фейерверк. Нет, Томми, с тобой погиб. Короче, пингвинчик не умеет. Пингвинчик 8-0. Вот это пингвинчик умеет играть вообще. Обалдеть. Так, еще сыграем. А? Как предлагаешь? Вот как они захотят. Пишите в комментариях, мы вот еще какую-то часть режим. Только, наверное, без нее. Логично. У меня уже будет свой аккаунт. Я буду бомжом чисто. Напишите, где мне лучше быть. Вот, то есть, смотрите, нет. Пингвинчик. Потом, когда она будет у нас еще раз в гостях. Или Супермен. Смотрите, я. Нет, вот это. Так это кто ринг? Это я бомж, чисто бомж. Я ему тоже. Все, я буду. Два бомжика. Подожди, нет, Аран, Нет, я миллионером буду. Так вот. Миллионер, сзади. Да подожди, я старую. Бабушка, бомж. И сейчас тебе поменяется. Нет, так не хватит. Давайте будем, я буду полицейским, чисто бабушка, бомж, потом надо вставать. Все вообще очень логично. Ну вообще логично самое. Напишите в комментариях, кем лучше мне быть. Все, видите, я полицейский. Я буду исследовать. Все, полицейский США. Нет, давай нету карту.
Да нет. В. С. В. Стой. Поменяй себе игрока. Знаешь на кого? На Ринга. Смотри на мой. Это мое, точно. Вот это прям. Нет. Да. Это мой, я его сделал. Смотри, посмотри. Видишь, где я? Да, я. Это женщина полицейская. Смотри. Это женщина. Рита, смотри на мой экран. Видишь, раз, два, три, четыре. Ой, вот это вот. Раз, два, три. Убирай вот этих кого-то из них. Я буду вот таким. Да, девочка, я буду такой. Нет, вот из этих трех можно убирать. Будем в ринге. Нет, назад. Вот, больше и буду. Сейчас. Она мне не нравится. Ну, мне нравится, я так сказала, она так и сделает. Мне старушка нравится, она прикольная. Все, реалистичная, вот креативная. Смотрите, все. Нет, не рук. Зачем? Рин, смотрите. Нет, не выходи. Рита, не беси меня. Все, видите, у меня череп, у нее сердечко. Типа, знаете, она добро, а я зло. Ну, все очень логично. Я всегда злой, в кавычках. Это она что меня бьет? Я не трогаю. Ага! Ты смотри, что она бьет. Давай, я тебя сейчас выкину. Я тут босс, а женщина тут нету. А, какого фига? Я тебя должен выкинуть? Нет, я тут босс. Ты не понимаешь, кто тут босс. Я босс. Я босс. Нет, иди на миг. Нет, да, еще нет. На миг, это желает. Давай. Что? Что сделала? Все, аплодисменты! Обалдеть, конечно, полный. Ой-ой-ой! Нет, да не орит уже все. Все, главную чанку, 3, 2, 1. Че опять эта карта? Да, а я выбрал только их, поэтому я такой скин выбрал. Матрац, я Рингор. Что ты? Женщина сильнее. Почему женщина сильнее, чем мужик? Ой, нет. Да, блин. Нет, да иди туда. Все, все. Ну, как видите. Вы нас сильно не судите за этот ролик, да? Мы тут что-то перебарщиваем со какими-то словами неприличными, но все равно. Это она все. Она не провоцирует, не я. Да. Если не трогаю даже. Ты не провоцируешь. Он всегда такой. Ага, она меня бьет. Я тебя не трогала. Ну не трогала, значит. Ну, не бьешь, конечно, ты меня. Все, я выиграл, моя победа. Все, иди на. Какого фига ты меня оглушила? Нет, сюда. Ладно, что, ну я тогда против, это я и подаюсь. Да. Он не подается, он врет сейчас. Врешь. Вот смотрите, я сейчас буду ей не поддаваться, посмотрим, как она меня выиграет. Давайте посмотрим. За капюшон взял чисто. На. И чё ты? Иди. Почему ты сильнее? Да какого ты? Нет. Давай. Нет. Да блин, какого фига? Всё, вот видите. Нет, это я уже не поддавался. Я не могу. Не говори, о чем мы смеемся. А то выкину из канала. Иди нафиг. Я обязательно вам расскажу на своем канале. Она вам ничего не расскажет, из какого фига ты мне. Как ты это творишь? Женщина! Нет! Давай! Какое чувство, знаешь, складывается? Так, женщины давай. Сильнее, чем мужики. Да! Нет! Ну вот, короче. Все, ребята, у нас какое-то сравнение идет. Ролику довольно долго идет, но мы все равно будем драться. Драться на пожизненный срок. Иди. Не, все, иди нафиг. Куда мы? Иди нафиг. Куда ты лезешь? Уйди, куда ты? Лезешь?
8 этот раунд, ну, все 8 раундов, тогда все будут честно. Что? Нет. Давай, убивайте, убивайте, давай. Какого фига ты? Да какого фига ты с тобой? Ты что-то летаешь? Ты что, Супермен, что ли, перебрала как-то в комиксов, не знаю. Видите, вот, дай, вот я тогда... Вот я не сейчас... Не бей, не бей. Видите, сейчас не пойду. Видите, я сейчас... Не поддаюсь. Он поддал. Он не поддавался тогда. Да не ори ты на микрофон, ты чё? Ты сейчас его замораешь. Знаешь, его устраивает. Офигеешь. Ну, дорогой, 20 тысяч стоит. Ладно, шучу, это просто микрофон от наушников. У меня тоже вот микрофон от наушников. Нет, да. Чуть-чуть купи какой-то офигенный. За сколько? Иди нафиг, даже мой рингор вообще офигел от такой цены. Все, у тебя руки устали, тебе надо выбираться. Какого фига? Ты что такой тяжелый, а? Ты, у тебя, ты знаешь, устал уже все. Он устал. Все, это нафиг. Мини, это было вообще классно. Я его брал миньон. А ты что издеваешься? Вот так у нас, ребят. Все, мы будем разговаривать культурно и тихо, как я разговариваю. Ты здесь одного удара. Тебе повезло, везучая. Что-то... Ты чисто крыша, чисто. Не трогай меня. Я сегодня перебрал сегодня. Давай, пошли полетать. Нет. Иди, иди. Все, вот это ты иди полетай. Ой, побой. Тоже умеет толкаться. У нас тут драка мира. Я Россия, она США. Накидаешь ушалки. Я Россия, он за Украину. Я вообще за Украину. Я не за Украину. А я за мир вообще. Я тоже за мир. Я вообще не люблю войну. Какого? Почему ты сильно? Я нет. Нет. Куда? Это чисто потасовка. Блин, я не могу ее провалить. О, все. Слушай, это уже свет в руки. Нет. Мы победим. Давай, давайте, подписчики, ставьте лайки, чтобы я ее победил. А кстати, дизлайки, если она хотите, чтобы она выиграла. Но она проиграет все равно, потому что вы поставили дизлайки. Все понятно. Давайте, ломаю. Ну, какого фига? Да. Как я и говорил, она проиграет. О, я тебя на... Бум, ты как? Ты спутки, ты дышишь. Да хватит, ты мне кидать этой шуршалкой, я тебя не... Я просто... Я им просто это... Да не ори ты в микрофон! Меня убивают. Я тебя не трогаю вообще. А ты импровизируешь нафиг. А вы кто смотрел «Плохие парни»? Подписывайтесь на... Кто подписался? Короче, кто смотрел «Плохие парни»? Подписывайтесь на канал, а кто не смотрел, значит, посмотрите. Советую вам. Год 2022. Это там волк, акула, пираньи, кто там, тарантул. Вообще обалдеть. Посмотрите, офигеть. Я, это мой любимый мультик. И я краснею еще лучше. Чуть опознать не могу. У моего борца селедок нету. О, нет, появились. Давай. Да что ты расслабилась-то как-то? А, устала, да. Ты все равно поиграешь по войне. Вот чисто я Россия, она Америка, потому что Россия всегда играет за красных. А, ну да, сказать честно. А еще белые это звезды. Ну ладно, я буду чисто Америка. Кто выиграет, Америка или Россия в этом бою?
В этом бою выиграет Россия. Ой, Америка, ты не боятся. Танец как рыбник. Да! Все, все, видишь, ты проиграл. Говорю, Америка сама стала рыбником. Раз, два, три, четыре. О, мне осталось одна победа, ты проиграешь. Меня избивают. Я тебя не трогаю. Да, шучу я. Никто, никто никого не избивает. Нет, не убить. Ну, не оглушить, они не убить, а оглушить. Все, ребят, видите, победа выглядит вообще очень сладко. Она прицепилась, что не понимает. У нее рука оторвалась. Как ты? Твое нас слизок. Ну, все равно, ребят, вы должны подписаться на наш канал. На мой канал. Кузатов Сергей Александрович. Советуйте своим друзьям, которые хотели бы увидеть этот канал, посмотреть мои ролики. У меня будет канал про Roblox истории. Там будут страшные истории, смешные и всякие вообще. Ну, вообще другие, знаете. Разные, короче, истории. Ну, веселые там всякие, невеселые. С моей озвучкой, не с моей, будут разные вообще. Ну, ты его сама придумал, что ли? Ну-ка скажи. Да. Да. Ну, ребята, мы не будем спонсировать слишком сильно. Если не будет этот профиль, я буду иногда брать. Почему? Так одна жена спрашивает, я тебе... Не разрешаю, наверное. Нет, надо тогда я позвонить спрашиваю. Авторским правам, кто владеет. Нет. Типа, знаешь, что должна... Я вам так объясню. Она должна позвонить владельцу этой идеи, типа... Она хочет украсть идею у крутого папы. Ну, не украсть. Подожди, тихо. Зачем мне у крутой папы? Ну, ты должна позвонить крутому папе, ну, это такой нет. Канал. Нет. Папа, ну, ты чё, это ролик. Ну, да. Ну, на этом мы с вами на этой маленькой шмашинке заканчиваем. Сейчас, ой. На этом заканчиваем наш ролик. Всем пока. Подписывайтесь на канал. И ставьте лайки. Всем пока.